Впервые в Ульяновске во дворце «Татьяна-Арена» проводится чемпионат России по художественной гимнастике. Команды девушек из 45 регионов страны представляют эффектные групповые номера. Изначально соревнования должны были проходить в Москве во дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Но из-за напряженной обстановки с ковидом в столице спортивное событие перевезли в город на семи ветрах. Для нас это почетно, для нас это очень важно. И большая ответственность лежит на нас, как на организаторах, чтобы мы с хорошими условиями приняли всех гостей. Пока все у нас получается отлично, думаю, так все и продолжится. Ульяновскую команду тренирует Оксана Казанцева. Наши девчонки от 16 и старше подготовили программу под песню, написанную в 60-х годах композитором Марком Фраткиным. Это хит под названием «Течет река Волга». Без слов она в обработке, симфонический оркестр ее исполняет. И вот как бы такая символика у нас. Мы будем выступать в бело-голубой гамме. Это будет символ нашей реки Волга широчайшей. По словам ульяновского тренера, соперницы приехали конкурентоспособные, и шансы на победу есть у всех. Олимпийская чемпионка Елена Шаламова приехала с командой из Красноярска. В костюмах спортсменок преобладает красный цвет, и музыку тренер выбрала драматичную и проникновенную. Первое упражнение у нас под Градского, как молоды мы были, и это, наверное, посвящение ему, ну и тому времени. И вообще такая музыка, которая, наверное, передает очень большую гамму эмоций. Спортсменок, наставниц и их подопечных поприветствовал губернатор Ульяновской области. Алексей Русских обратился к гимнасткам со словами напутствия. Всем спортсменам удачного, хорошего выступления, показать все максимально, на что вы способны. Судьям легкого судейства, а зрителям получить максимальное удовольствие этого театра красоты и грации. Чемпионат России продлится до 4 февраля. В этот же день мы узнаем имена триумфаторов. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Правда ТВ.